момента передачи Владимир Васильев. Давайте... Нижегородская молодежная команда «Чайка» на выезде переиграла питерский МХК СКА-1946. Автозаводцы три раза по ходу встречи вели за счет голов Никиты Томилова, Никиты Моисеева и Дениса Почевалова. Но хозяева льда каждый раз сравнивали, и основного времени для выявления победителя не хватило. Отметим, что противостояние этих соперников традиционно превращается в принципиальное. Еще не забыт многораундовый хоккейный спектакль, который команды сыграли в финале Кубка Харламова 2015 года. Тогда нижегородцы были сильнее клуба с берегов Невы. И вот с тех пор очные встречи «Чайки» и СКА-1946 всегда проходят в упорной борьбе. Вот и в этот раз даже овертайм не поставил точку в матче. В итоге пришлось бить буллиты. И там потребовалось сделать 18 попыток на двоих. Голкипер «Чайки» Кирилл Хожакарь отбил все броски, а победную точку поставил Данила Платонов. 4-3 в пользу нижегородцев.